Приветствую, канал Asmo Deplay. Мы продолжаем играть в портал. Так, что у нас? Загрузить. Продолжаем играть в портал. В один портал входим, в другой выходим. И сейчас мы бежим, потому что нас хотели сжечь. Так, а откуда мы пришли-то? А, мы сюда упали. Так, что у нас здесь? Help. Ага. Тут ничего нет. А зачем тогда эта комнатка нужна маленькая? Ну, интересно. Тут, видимо, кто-то уже сбегал. Так, кубы. Что за подстава-то? Вот так вот. Вот тебе и раз. Вот тебе и два. Тихо. Вот так, полежи. Все. Так, а теперь давайте посмотрим. Так, куда мне? А куда мне тут можно? Блин. Нет. Как-то эти можно убрать? Там кровище. Единственное. Так. Да. Так. Отпечаток душ. Опа. И чё? А как же я? А как же? Эй. Так, как уйти из этой комнаты? Ага, во. Ты не хороший человек, ты сам это понимаешь, правда? С хорошими людьми такое не случается. Ты да. Слышишь? Ну что, неплохо. Хотели меня тут поймать, подловить, ага. Сейчас. Нет. Почему-то не. Так, а где? Так. Ладно. Давайте посмотрим. Здесь можно как-нибудь? Так. Вон там вроде как. Какая-то штука. Нет? Нет. Отсюда. Thank you.
Так, 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 так. Вот, вот так. Забрались наверх. Идем, идем. Куда идем? Зачем идем? Пойдем туда, пойдем сюда. Ага, вот так. Давай-ка тебя туда отправим. И на, получи. Вот так вот я смог, да? Открылось. Кто-то тут уже ходил. Help везде. Вот эти отпечатки рук. Это кто-то пробирался уже данным путем. Видите? Over here. Ну, хрен его знает. По-английски не знаю. Кто-то бродил. Смотрите, тут кто-то питался, ел, жил. Видите? Вел какие-то записи. Пойдем дальше. Так, как мы сюда? Сюда что пришли-то? Угу. Вот так. Выбрались. Это было легко. Ты сам виноват. Я этого не планировала. А чего ты планировала? Я уже не шучу. Вернись, или я убью тебя. Сейчас. Я сейчас вас сам всех убью. Я тебя убью. А торт, кстати, уже съели. А тебе все равно, да? Ну и что? Это твой последний шанс. О! Ой-ой-ой-ой. Молодец. Я тебе благодарен. Так. Где вы у нас? Умница. Так, идем далее. Где еще можно чего? Ага. Так, а что-то мне надо, что-то подставить, что ли? Что-то надо подставить. Так, пойдем со мной, стульчик. Ну это я так предполагаю. О, даже туда идти надо. Что еще можно подставить-то? Так сразу и не придумаешь. А что, я обхожу все это время? Что-то не совсем понимаю. Так, опа. Так. Опаньки. Опаньки. Да, а потушеньки. Так.
так ушли. Давайте. Я просто не знаю даже еще как. Тут можно. Поэтому будем стаскивать предметы. И будем надеяться, что они нам помогут. Так. Как сюда попасть? Не хватает места, да, развернуться? Да, нет. Блин. Так, ладно. Мы сюда, опа, попали. Прошли. И... Опа, это как я запрыгнул? Неизвестно как, но как-то запрыгнул, ладно. Идем далее. Вниз. Туда нет, сюда нет. А куда мне? Вот так. Теперь назад. Так, мы там синий портал открыли, а здесь желтый. Прошли. Кислота. Идем. Опа, ну все правильно, значит, раз загрузка произошла. Давай, куда ты меня притащишь? Так, наверх. Ага. Что-то жирное было. Ой-ой-ой. Кого я должен? На. Где еще есть? Ой-ой-ой. Не трогай меня. Вот так. Чего это не трогает? На. Ой-ой-ой-ой. Не добросил. Вот так вот. Ты. Попалась. Вот ты шкура. На.
Да. Критическая ошибка. Нет, нет. На, вот тебе. Так. Давай-ка посмотрим. Ты у нас последняя осталась. Не трогай меня. Да. Все, избавились. Итак, угу. Покуда вот я только вошел сюда, понизу вошел. Так, вот так надо. Что-то не понял. Мне надо прыгнуть так вот далеко, далеко. Высоко, высоко. Так. Это я точно понял. Опаньки, перепрыгнул. Так вот вам. Так. Что у нас здесь? Что? Так, надо будет выпрыгивать, значит, синий. Значит, там надо будет желтый ставить. Ну, пойдемте падать. Опаньки, взлетели. Физика в действии. Тут у нас что, есть что-нибудь? Нет? Да и что-то могло быть. Ой-ой-ой, чуть не упал. Смотрите, какая конструкция большая. Гигантская, там вот внизу всякой. А, вот это внизу коридор, который я видел. Да, теперь надо найти еще перебираться. Потихонечку, помаленечку. Что нас ждет? Нет, вот так вот. Так, мы отсюда же вышли, правильно? Отсюда вышли, и давайте сначала вот сюда посмотрим, что здесь. Или мы отсюда вышли? Так. Мы отсюда вышли. Получается тогда. Так. Туда мы не можем, значит сюда. Здесь у нас сколько-то всякой ерунды. Здесь мы не можем. Ну, путь один, значит. В
Выход один, а выхода-то и нет. Фер Агюстен Бонасье. Да, ты меня нашел. Поздравляю. Доволен. Несмотря на твое хулиганское поведение, ты пока умудрился разбить мне только сердце. Давай на этом и остановимся. Но мы оба знаем, что так не будет. Ты сам принял решение. У меня для тебя есть сюрприз. Активация сюрприза через 5 секунд. 4. Стой. Минутное перемирие. Произошло что-то странное. Видишь ту часть, которая от меня отвалилась? Что это? Странно. Раньше я ее никогда не видела. Давай посмотрим, если ее уничтожить, что будет. Я узнаю эту тайну потом. Сама ты будешь уже мертв. Куда ты ее понес? Я бы не стала трогать эту вещь. У меня такое предчувствие, что ты только усложнишь себе жизнь. Вот сейчас и посмотрим. Я не хочу лезть не в свое дело, но на твоем месте я бы этого не трогала. Блин, мимо. Думаешь, я пытаюсь тебя запутать с помощью реверсивной психологии? Да, как не стыдно. Хорошо, давай. Давай. Возьми это, возьми и приладь на место. Да без проблем. Давай, говори. Так, там оранжевый, нам и надо синий портал. Мы не знаем, для чего служит эта вещь. Положи ее в уголок, разберемся позже. Думаю, это бачок для отходов. Давай покопайся в нем, если хочешь. Да что ее мать-то, почему я попасть не могу? Раз эта вещь тебе так нравится, сделай ей предложение. Хочешь взять ее в жены? Я этого не позволю. Получил? Я тебе хоть раз лгала? Я имею в виду в этом зале. Поверь мне, эту вещь лучше не трогать. Сейчас посмотрим. Я серьезно. Упоминание о ни в одном протоколе тестирования. Вот так. Что, издеваешься? Ты действительно бросил экспериментальный прибор неизвестного назначения в экстренный уничтожитель разумных существ? Конечно. Это был самый неумный поступок из всех, что... Ого. Ух ты. Да. Хорошие новости. Я поняла, что это был за прибор. Набор моральных принципов. Мне его установили, когда я распылила в центре смертельные нейротоксины. Чтобы я прекратила распылять в центре смертельные нейротоксины. Располагайся поудобней, пока я подготовлю распылители нейротоксинов. Оказывается, этот прибор отвечал не только за принципы. У меня не получается отключить пулеметы. Если хочешь совет, подставься под ракету. Поверь мне, смерть от нейротоксина гораздо мучительнее. Хорошо, можешь дальше поступать по-своему. Так, что-то я не понимаю, что здесь делать? Убить тебя ждать? Не исключает готовность помочь. Я бы на твоем месте все же выбрала ракету. Ждать, я так понимаю. Этот аппарат не имеет ко мне никакого отношения. Это устройство каталитического крекинга. Оно делает тапочки для детей-сирот. Сломал. Молодец, герой. Итак. Это не храбрость, это убийство. Что я тебе сделала? Разница между нами в том, что я чувствую боль. А тебе все равно, да? Блин. Ты слышал? Я сказала, а тебе все равно. Ты что, не слушаешь? Так. Ну все, мне надоело тебя. Вот так. С этих пор меньше разговоров, больше... Твою ж мать. Давай. Еще разок. Блин. Выше что ли тебя поделать? Что? Ты что-то сказал? Я надеюсь, ты не ждешь, что я отвечу. Я с тобой не разговариваю.
Разговор окончен. Давай. Есть. Давай-ка еще одну штуку. Что это? Ой, что это? Что это? А это что? Ой, на это. Фейерверки. Ой, только посмотри на это. Давай, давай, давай. Время-то идет. Сначала. На. Вот еще что-то уничтожили запчасть. Ты сумел мне навредить, дважды два, десять. Выхожу на вторую базу, видишь, я как новенькая. Что, еще что-то есть? Я до сих пор тебя не убила, потому что мне было любопытно наблюдать за твоим поведением. Ты только что уничтожил центр, а ты говоришь за любопытство. Вот еще я один шар. Я не могу ускорить действие нейротоксина. Я только замечу, что предоставила тебе все условия для победы. Организовала вечеринку, грандиозную вечеринку, и пригласила всех твоих друзей. Был приглашен и твой приятель Кубик. Подожди. Разумеется, он не смог прийти, потому что ты хладнокровно оборвал его жизнь. Где тут? Остальные твои приятели не пришли, потому что больше у тебя нет приятелей. Потому что ты на редкость неприятная личность. В твоем досье так и сказано, неприятная личность. Блин. Желчный человечишка, не... который проведет жизнь в одиночестве и умерев будет тотчас забыт. И умерев будет тотчас забыт. Красиво сказано, сурово и правильно. Тут еще написано, что ты приемный ребенок. Скажешь совпадение. Кстати, о любопытстве. А тебе вот так. Килограммовой большой смеси для счастья. Для меня это вовсе не тайна. Тихо, 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 тихо. Тебе минутка осталась. Четыре носовых лица, один стакан полусладкого шоколадного печенька. Осталась минутка. Как можно полнее насладиться жизнью в ближайшие пять минут. Давай, 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 давай. Полторы минуты, полторы. Ко мне никакого отношения. Это хорошо. Каталитического крекинга. Оно делает тапочки для детей-сирот. Конечно. Молодец. Сломал. Нейротоксин. Это смерть. Давай. Я задыхаюсь. Я шучу. Надеюсь, ты уловил в моем глубокий сарказм. Куда? Нейротоксина. Мазать их на хлеб. Втирать в кожу. Они совершенно безвредны для меня. А вот для тебя встреча с ними будет далеко не такой приятной. А кто испечет торт, если меня не станет? Ты зря тратишь время. Поверь, у тебя его осталось не так много, чтобы разбрасываться и понапрасну. А как достать от тебя? Чего ты хочешь? Остаться в живых? В таком случае не советую причинять мне боль. Я просканировала твой мозг и сделала копию на тот случай, если произойдет беда, что будет довольно скоро. Давай. Ты мне не веришь? Ой-ой-ой. Ой, нечто злобное. Правда, примитивно звучит. Ты совершаешь ошибку за ошибкой, даже сейчас. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Хочешь наружу? Блин, я успел, нет? Вроде как успел. Загрузка. Это смерть. Я задыхаюсь. Я шучу. Надеюсь, ты уловил в моем тоне глубокий сарказм. Я могу купаться в нейротоксинах, мазать их на хлеб, втирать Блин. Кожу. Они совершенно безвредны для меня. А вот для тебя встреча с ними будет далеко не такой приятной. Если меня не станет, ты зря тратишь время. Поверь, у тебя его осталось не так много, чтобы разбрасываться и понапрасну.
Чего ты хочешь? Остаться в живых? В таком случае не советую причинять мне боль. Я просканировала твой мозг и сделала копию на тот случай, если произойдет беда, что будет давай. Не веришь? Слушай. Это 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Попал. Он убился. Так, тебя я убил. Что далее? Я бы еще куда-нибудь убежал бы от такого вихря-то. Ой-ой-ой, куда ты меня? Че, игру прошел? Да не. Мне же надо из помещения из этого выбраться, если это, конечно, помещение. И... А, во. Выбрался. Живой я или нет? Вопрос вопросов. Ни хрена не понял. Кто меня тащит? Куда это меня потащили? И... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Для эпилепсиков это вообще само то. Ух ты, блевануть можно. Куда? Среди труб. Один поворот не туда, и тебя размажет. Куда вы меня тащите? Тебя тело тащут или разум? Ух ты. Светлячок. Давай. Тортик. День рождения у Кубы, что ли? Ой, господи, вот эти все шары, это же я, которые уничтожал, такие же, которые были. Что-то камера не действует. Апш. Здорово. Тест. Репорт. Все, прошел. Ну что ж, это была замечательная игра. Там есть дополнительные миссии. Но это мы сделаем потом. А сейчас все. Подписывайся на мой канал. Ставим лайки. Оставляем свои комментарии. Пока.